Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть второй Биошок. Объект Дельта всего лишь порядковый номер, амиго. Я много всего сумел про тебя раскопать, когда готовил статью о тебе. Тебя звали Джонни Снаружи, и ты нашел наш город, спустившись к нему в водолазном колоколе. То, как с тобой поступили, просто ужасно. Да кто такой? Жакан кончился, все кончилось. На тебе, гори. Ну что, ему хватило? Надеюсь, да. Тут где-то еще вверху что-то было. Да, вот. Еще дротики тратить. Не хватало. О, еще один. Младшие сестрички стареют, и это меня беспокоит. Достигнув подросткового возраста, они становятся агрессивными, дикими. Хуже всего, что адам, который они глотают, содержит примеси смертельных плазмидов, оставшихся после войны. Мутанты также становятся гораздо сильнее и опаснее. Наши большие папочки гибнут, где попало. Возможно, старших сестер можно было бы научить разнюхивать потерянный адам и собирать его для нас. Да, судя по тому, что я видел, им наверняка не пришлось бы долго ждать, пока виновник умрет. Ну вот, можете теперь деньги собирать. Почему так много гильз? Не знаю, почему. Все мертвы. Вот почему. И еще тоник. Дополнительный кадр. Вот это хорошо. Ускоряет процесс исследования. Только на что поменять? Ну, давайте на канал Евы. Потом, если что, добавим. Надо, кстати, прикупить ячеек для тоников. А то как-то совсем уже некуда выкладывать. И все вроде бы такие нужные, кажется. Ну, не знаю. Что ты не себе позволяешь? Пошли пока с пулеметом. Раз уж так у них все печально. Деньги есть. Да, нам куда-то сюда. И глянем по карте. Ух ты, пропустил что-то. Как это я пропустил? Нехорошо, надо глянуть срочно. Почему я пропустил что-то? Так нельзя. Просто вид-то камера, можно было и не возвращаться. Ну, ладно. А ведь это мог быть нормальный, красивый зал. Вообще было бы неплохо посмотреть вот этот самый восторг, когда он был нормальный. Вот в тот момент, когда все начало рушиться, когда еще все было красивым и нормальным. Вот так у них вешают. Да, куда идти-то? Так и не понял. Сюда вот. Сейчас налево, а там увидим. Да ладно. Еще что-то есть.
Где же вы? Все? Вот че у них автоматы всегда стреляют, когда надо. А у нас вечная перезарядка в нужный ответственный момент. Нехорошо. Так, ну идем-то мы правильно? Ну, вроде да. Ты должен узнать ее, чтобы поверить ей. Вот, дротик, это то, что надо. Ну, тут получается тупик. Вот сейчас вот прямо и направо, а потом еще направо. Нет, блядь, нечего меня подбивать. Куда, где? Приз. Предвидение перемещений магов. Хм, это радует. Будем знать, куда стрелять сразу, но тоже это не сильно-то и бонус. А? Ах ты. И свалила куда-то. Но она-то за нами следит. Мы за ней тоже. Ха. Это что за клепки не берутся? Может, их тоже использовать? Ну, это то же самое, что пистолет использовать на поздних уровнях в первом Биошоке. Никак. Познание себя — это не мистика, Элеонора. Вот сюда это нам как раз. Это причудо-ген. Бесконечно задаваемый внутренний вопрос. Зачем? Чтобы служить миру, мы должны стать глухими к своей природе. Ты готова? Теперь перестань меня слушать. Не слушай. Прекрати. Вот туда. Сложно, правда? Вербальные коды человеческой речи имеют защитную окраску. Они камуфлируются, затрудняя собственный анализ. Слушай эту запись, пока не перестанешь разбирать слова. Тогда ты сумеешь видеть людей такими, какие они есть на самом деле. Прикупим ячеек для тоников, а то уж совсем некуда ставить. Что есть? Что у нас еще есть? Бур очень нужен. Радость взломщика есть. Огненная буря. Стервятник. Чтобы больше всякого собирать. Но это можно. Еще одну ячейку. А ложить в нее... Вот это можно. Мы несем меньше урона от огня. Потому что маги строго огнем шмалят. Источник молодости. Можно будет потом заменить, так что возьмем. И еще есть ячейки, но давайте уже здоровье и Евы прикупим. Ну, еще плазмидную ячейку. Правда, ставить пока в нее нечего, но пусть будет. В общем-то, вот это надо, и вот это не повредит. Да и вот это. Легкий взлом. Ладно, давайте мы от этой воды избавимся. Пусть будет лучше легкий взлом. Охотник за головами. Вместо чего? Только взял. Вместо стервятника, ладно. Ну и не повредит. Осторожный взломщик. На это уже потом. Что ты тут себе позволяешь? Вот их не было же. Откуда взялись? С того берега моря. Ладно, пошли дальше. Хотя нам надо что? Бронебойные патроны. Которые где взять?
А где мы их возьмем? Где тут торговый автомат-то? Да, ведь сейчас 100 тысяч штук прошли, а тут вот вдруг как надо, так и нет. Что? Вот, хорошо. Вот он. Взломанный? Нет, надо взломать. О. Итак, Жакан, конечно, хорош, но... Ага, бронебойные. Помечтайте. Что, может, их гранатометом его? Большого папочку имеется в виду. Ладно, попробуем Жаканом. Да чем угодно можно. А тут был дневник, нету? Или я уже брал его? А, ну ладно. Итак, туда. Готовы. Let's go. Ну, вот, кстати, автомат был тут. Что еще тут было, чего я так мог пропустить? Ну, теперь ты сюда. Воу. Так, вон еще одна. Вырубай громилу и хватай девчонку. Ну, пусть там друг друга побьют. Макдонаг, послушай. Тут в парке Дионисы огромный структурный дефект. Протечка главного водоотвода затопит все заведение. А поврежденные пневматические замки не дадут шанса на спасение ни единой душе. Какой-нибудь неуклюжий папочка вскроет не ту трубу, и весь художественный салон Лэмп мгновенно всплывет кверху брюхом. Боже упаси, если кто еще об этом узнает. Ну хорошо, он сам в лужу стал. Я че, виноват? Так, где? А, вот она. Да. Сейчас будем собирать Адам. Ну-ка, как наш теперь взлом хороший стал. Просто чудесный. Зеленые зоны. Жены. Зеленые жены. Зеленые зоны расширились. Это хорошо. Так, тут тупик. Дверь не откроется, скорее всего. А тут вот как раз сбор Адама на вот этой тетке. Да. Ну, поехали. Я подправлю тебе физиономию. Ага. Да ладно. Опс. Я понял. Да ладно. Да ладно. Я же успел нажать аптечку. Ух ты. Рувет. Что там с Адамом? Вот сейчас пойдем и узнаем. Куда мы пойдем-то? Как так? Все же взял. Выстрелы в голову взял. Привет. А он стоит, ждет, когда я отсюда выйду, чтобы кинуть в бошку мне что-то там. Это типа, все равно звук должен быть, да? Ну вот, собирай пять. Началось. Давай, работай. Я понимаю, пулемет. Нет, вот. Картечь, да. Я подправлю тебе физиономию. Давай, подправляй. Давай, 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 в лужу. Ребята, вам классно там в лужу. Thank you.
Еще есть кто-то? Неудачно. Ну уж теперь-то все, да? О-о-о, это плохо. Все, уходим, уходим. Тут плохие дяди. Ну, значит, так можно. Глянем, что наверху тут. Ну, что-то нехорошее, как всегда. И, наверное, просто тупик. Теоретически, вот там балкон, и, возможно, там ход внутрь секретной комнаты. Это я так себе думаю, но попасть мне туда как-то не получилось. Значит, наверное, нет. Да и по карте. Вроде ничего нет. Но, может, и есть. Что нам нужно? Картечь. Пока хватает. Так, одну собрали, еще одну. Что тут? Где тут вблизи что-то есть? Надо же помнить, что после третьей прибежит еще и старшая сестричка. Смешно. Так, где? Где я видел это все? Это нам сейчас направо. Ну что, идем направо. Тут где-то, вот. Отличненько, стоп. Взломанный. Они же будут бегать сюда лечиться. Обязательно взломать. Ну, теперь можно как-то и подобывать Адам. В лужу? Отлично. Они будут вставать в лужу. Но я буду видеть только. По-моему, хорошо. Я подправлю тебе физиономию. Ну где же вы? Ты ненормальный. Ты хочешь ей потом без переговоров? Давай ее сюда. Тебя достану. Новый член семьи. Заткни, заткни. Твое слово. О, маг. Стоп. Конечно, вот. Ну, как-то так. Все, собрала. Уходим. Обе две собрали, теперь надо ее где-то выгрузить. Где тут выгрузка-то? Ну, вот. Прямо недалеко. Ну, давай, пока. Так, остается еще одна. Я тогда была очень мала и напугана, но выступила против Стэнли. Сказала, что расскажу маме, что он натворил. Он запаниковал и продал меня в приют. Я сопротивлялась. Помню, что укусила его за руку, но... Отец, это из-за него из меня сделали младшую сестричку. И ничего, выросла. Все-таки нам тут подсовывают гарпуны. О-оу! Вот-вот-вот, хорошо рядом. Оп! Обломитесь. Ты был простым подводным исследователем, ведь очень смелым. Но Райан был уверен, что ты шпион. Поэтому тебе... Шпион... Ой, так, что еще против этих хватает? Не сильно этих. Нам вообще-то бронебойных надо побольше.
Тебя немедленно взяли под стражу. И стерли все упоминания о тебе, даже самой имя. Прощай, Джонни, снаружи. Привет, объект Дельта. Вот такое. Приплыл сверху в этот гадский город и сделали большим папочкой. Так, прямо направо. Когда все это будет позади, мы разделим между собой трофеи из восторга и осядем на собственном острове, сынок. Вот тоже полезную штуку нам дали. Суровый отец. Сестрички быстрее собирают Адама. Это полезно, но вместо чего взять? Знаете, что вот этот охотник за головами вообще какой-то нехороший. Наверное, вместо него и поставим. Или вот статический разряд. Тоже как-то не сильно хорошо думай себя. Думай только. Все сильные мира сего окажут... Вот и это полезно. Перед нами на коленях, протягивая вместо цветов пачки денег. Адам, девочки, которых ты спас от мамы, хотят отблагодарить тебя, отец. Уже? Загляни в сад собирательниц. Может, второй раз будет? Ну вот он тут вот. Нету там ничего нового, все то же самое. Запоздало сообщение. Что оно как-то так? Какая-то дочка не очень спешит бате рассказать все. У меня есть деловая хватка. Инстинкты хищника. Я лучше. Что еще где? Так, нам надо еще одну сестричку освободить. Так, что тут, где тут пропущено? Нету ли ничего? Нет, что-то может и есть. Вот здесь я ее и нашел. Видишь? Вот она. Хватай. Мак. Надеюсь, ее телохранитель не из твоих родственников. Именно из них. Чуть не получилось, что там камера. Ну, как-то так. Ну что, надо как-то его устранять. Обожаю устранять больших папочек. Чем вот только. Может, гарпунами попробовать? Давайте попробуем. Еще есть дротик-ракета и дротик-ловушка. Давайте с ракеты начнем. Да. Все, успокойся. Кажется, дротиков стало меньше. Или мне показалось? Ну, поехали дальше. Удочерить. Ну, все вроде. Че тут у нас в комнате?
Ну, давайте ее доисследуем. Так, что тут у нас? Что нам нужно? Нам нужны какие-то противостаршесестринные патроны. Что это может быть? Даже не знаю. Кстати, не так-то и много денег. О! Кажется, где-то был тоник или плазмид. А вот тут где-то. О! Сейчас сзади появится какая-нибудь мурло, будет нас бить. 100%! Тоник специалист по бурению. Кому нужны пушки, когда у вас есть бур и неограниченная мощь плазмидов? Угу. Хотя можно уйти в глубокий забур и строго мелиатаками их мочить буром. Головорезы Райана так настойчиво требуют от меня доказательств, что здесь находится тайная коммуна. Но мне требуется еще немного времени. А девчонка Лэмп все время смотрит на меня так, как будто знает о моем притворстве. Я же все думаю об этом Джонни снаружи. Чтобы взять и найти восторг, как это сделал он, нужна недюжинная смелость. Мне легче не расколоться, когда я представляю, что я — это он. Хорошо, что я уже никогда не смогу рассказать об этом Лэмп. Она бы наверняка решила, что я тайно мечтаю с диким воплем упасть к нему в объятия. Ну вот. В принципе, комнату исследовали, и остается только собрать Адам. Который вот там. И еще у нас есть одна комната, она сейчас закрыта. Вот здесь. Здесь мы наберем последний Адам и встретим старшую сестричку. Очень хорошая комната, да. Там много систем охраны, их можно все взломать. И, ну, это как бы нам будет только в плюс. Но уже это мы исследуем в следующем эпизоде. Где-то вот отсюда начнем, вот с Адама. Такое вот. Спасибо за внимание, с вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!